Дорогие девушки, всем большой-большой привет! Я очень рада, что вы заглянули на канал Крисан. Добро пожаловать! Меня зовут Кристина. В сегодняшнем ролике хочу показать вам свои последние косметические приобретения. Если вам интересно такое видео, то оставайтесь со мной, продолжайте смотреть. Желаю вам приятного просмотра! В сегодняшнем ролике покажу вам не только косметические средства по уходу за собой, а также средства личной гигиены. Именно покажу вам свою зубную пасту новую, ополаскиватель и так далее. В общем, штучки для очищения полости рта. Я недавно посетила сайт «Президент». Если вы не знаете, что это за сайт, то там представлены различные средства по уходу за полостью рта. Я выбрала себе несколько средств и оформила заказ. И первое, что я там взяла, это, конечно же, зубную пасту. Зубная паста у меня идет для ежедневного ухода. Она называется «Ежедневный уход и защита». В ее составе фтор, ксилитол, ромашка, шалфей. Она мягкая достаточно. Внутри она зеленая, у нее такая плотненькая консистенция, но тем не менее она не жжет полость рта. Я только начала ей пользоваться, посмотрим. Я взяла 50 мл, это мой такой любимый объем, потому что большие пасты очень быстро надоедают, зубы к ним быстро привыкают. А вот такие маленькие использовали, и можно перейти на другую пасту. Дальше я решила заменить свою зубную щетку и взяла себе вот такую из синей серии. Я уже забыла, как она называется. Здесь также есть логотипчик «Президент». Она удобная, держать ее в руках очень комфортно, приятно. Также у нее сверху имеется колпачок, шел в упаковке рядышком. И я его почему-то все время надеваю, несмотря на то, что я зубную щетку с собой никуда не ношу, я как-то привыкла надевать сразу же. Зубная щетина средняя по мягкости, то есть не самая мягкая, но на коробочке было указано, что щетина средняя. У меня есть щетки и помягче, но мне, кстати, очень комфортно ей чистить, мне нравится, она хорошо очищает. И, в общем, я вообще в полнейшем восторге. Мои ожидания были оправданы на все 300%. Первый раз в жизни я использую зубную нить. Заказала также, чтобы, ну, просто до кучи уже попробовать. Никогда раньше не пробовала. Я взяла тоже из серии классики «Ежедневный уход и защита». Открывается очень легко эта капсула. Здесь нить 50 метров. Мне кажется, что она ничем не пропитана. Нужно ниточку 40 сантиметров себе доставать, обрезать на крышечке. Кстати, сверху не на крышечке, а на подложечке, на вот этой, откуда берем мы нить. Есть специальный ножичек, это очень удобно. И последнее, что я заказала на этом сайте, это был ополаскиватель для полости рта. Я им сейчас пользуюсь. Это у меня уже не серия классик, это серия для естественной белизны зубов, называется она White Plus. Сам ополаскиватель внутри, он синего цвета, здесь удобная крышечка-дозатор, то есть стаканчик измерительный, в который вы наливаете сколько вам надо, нужно 30 секунд полоскать. Дальше хочу вам показать свой заказ с сайта aromashka.ru. Я увидела, ну знаете, сейчас у многих блогеров есть фотографии, рекомендации в Instagram. Вообще на YouTube тоже видела и решила сделать себе заказ на этом сайте и заказала два продукта. И первое — это масло. Масло мака. Никогда еще я у нас не встречала такого. Почитала много отзывов, почитала, как пользоваться им на сайте. И знаете, решила его все-таки заказать. Там были различные масла, которые намного-намного лучше действуют на волосы, на лицо и так далее. Я решила взять мак, потому что это масло очень редкое и хочется его попробовать. Баночка достаточно большая, здесь 50 мл, но мне этого хватит ненадолго, в принципе, потому что я очень люблю масла и использую их постоянно. Я уже написала пару слов в своем инстаграм, если вы еще не подписаны, подписывайтесь, все ссылки под видео. Я его очень люблю добавлять в масочки для лица, ну, в маленьких-маленьких количествах, особенно в глину, очень полезно. Также я использую не только на лицо, на шею, на зону декольте, на плечи. Потрясающий результат, кожа очень мягкая, по свойствам похож на льняное масло, а также масло грецкого ореха. Я вообще в восторге от масла, понравилось оно мне. И второе — это пенка. Такую пенку я видела у Mix Style Cappuccino, но я, кстати, заказала ее несколько раньше. Я уж там свой тоже ей написала комментарий под видео, что у меня есть такая, и мне она безумно нравится. Здесь 160 мл. Удобнейший дозатор, и мне хватает всего одного нажатия, чтобы полностью умыть лицо свое. Сентия. Она идет для проблемной кожи. Я специально заказала именно для проблемной. Воздушная пенка для мягкого очищения проблемной кожи. Эффективно удаляет макияж, омертвевшие клетки из верхних слоев эпидермиса, макияж и загрязнение. Не пересушивает. Я два раза сказала макияж.
В общем, она для снятия макияжа тоже отлично подходит. Она безумно приятная, в ней нету парабенов, силиконов. Здесь 98% натуральных ингредиентов в составе. Она не щипит, не вызывает раздражения. И мне она очень-очень нравится. Ну и последний заказ, который у меня пойдет с сайта, который я сделала на сайте Green Mama, это три продукта тоже для лица, которые я сейчас активно использую. Первый — это мой любимчик среди этих трех средств — каолиновая маска с ментолом. Она идет для проблемной кожи, против прыщей. Здесь 100 мл. Она внутри белая, она освежающая, когда мы ее наносим, так что лучше ее наносить подальше от глазок. Мне очень нравится, отлично подсушивает прыщики. Когда у меня выпали какие-то особенно большие воспаления, я наношу эту маску, и на следующий день у меня уже сушенки, по крайней мере, в некоторых местах точно. И прыщики быстрее заживляются. Она, конечно, не спасает от прыщей, они все равно в любом случае будут, если проблемы с организмом, но борется с их появлением, она как-то быстрее их заживляет и подсушивает. Вторая маска, которая чуть меньше оправдала мои ожидания, и опять она натекла, у нее, знаете, неудобная вообще упаковка, это маска-пленка. Я боюсь ее переворачивать, потому что она вытекает в крышку быстренько. Вот так она выглядит. Она уже больше. Здесь 170 мл. Буду вам ее вот так показывать, потому что она вытекает в крышку. Это очень неудобно. И у меня, я уже раза 4, наверное, чистила. Я даже в ванной храню уже вот так вот ее ставлю. Не вот так, а вот так. Она была запломбирована. Это у меня маска-пленка для жирной кожи, которая идет с календулой и шиповником. Живительная энергия 100% натуральных эссенций масел. Мне маска сама по себе по действию понравилась, а вот по запаху не очень. В составе на третьем месте идет уже спирт, и маска безбожно пахнет. Она очень сильно пахнет спиртом, но тем не менее борется с жирностью на коже, делает кожу матовой, а также подсушивает мелкие какие-то воспаления, чистит поры. Мне понравилась она, но за запах, конечно, ставлю минус. Ну и последний продукт, который тоже я могу оценить на пятерку, это тоник. Но сразу говорю, здесь на последнем месте прям слово «парабены» написано. Это тоник для жирной кожи, брусника и чистотел. Здесь уже 300 мл. У него неплохой такой флакон, похож на какой-то шампунь или гель для душа. Но это тоник. Дозатор тоже обычный, как у тоника, с дырочкой. Все это я наношу на диск и протираю лицо один раз в день по вечерам. По утрам я использую другой тоник, а этот использую по вечерам, мне нравится. Ну и последнее из ухода, что я купила в Магнит Косметики, это был пилинг для ручек и маска. Два в одном от Eveline Cosmetics. Сос профессиональный ароматический пилинг для рук, уникальная восстанавливающая формула. Это в одном кармашке, а во втором у нас идет сос профессиональная питательная маска сыворотка для рук и ногтей. Интенсивная регенерирующая терапия. Spa Express маникюр. Попробуем, мне очень приглянулось, понравилось, и я решила взять. Всего 40 рублей, по-моему, стоит, и я не знаю, как она будет действовать. Беру в первый раз, если пробовали, то скажите, понравилось вам или нет. И последние два продукта, они идут из декоративной косметики. Первое — это карандашик от Vivien Sabo, который находится у меня сейчас на губах в 204 оттенке. Это красивый розовый матовый, как я и искала. Он отлично, комфортно держится на губах. Но вот когда я начинаю кушать, он, конечно, у меня стирается. То есть он не стойкий вообще ни капли. То есть если вы куда-то идете, значит, что губы придется вам подкрашивать. И последний продукт, мне его подарили. Это помада, моя знакомая подарила. Помада от Avon в оттенке Peony Pop. Если честно, забыла серию, но, по-моему, насыщенный цвет серия. Ну, у меня уже есть матовый виноградный оттенок, такой фиолетовый. Вы знаете, я с ним появлялась в видео. Есть розовый, я тоже с ним появлялась в видео. Заказывала его в Avon, в последних космоновинках он у меня тоже есть. Это уже такой намного ярче летний оттенок. Помада, кстати, неплохо пахнет. Мне понравился оттенок, но сначала я его нанесла на неподготовленные губы, то есть какие-то обветренные, тем более сейчас такая погода, где-то шелушащиеся. Я хорошо-хорошо увлажнила, а затем нанесла эту помаду. Смотрелось довольно неплохо. Первый раз, когда я на шелушащиеся губы нанесла, было намного хуже. Но я думаю, что летом оттенок подойдет очень классно. Ну и если вам понравилось данное видео, вы знаете, что делать. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить еще больше интересных видео. Я же желаю вам чаще улыбаться, хорошего настроения. Любите себя и своих близких. Будьте здоровы. Я вас всех очень-очень сильно люблю. И всем пока-пока.